Если вы смотрите это видеообращение, то вы, наверное, знаете, что такое краудфандинг. Или не знаете. Крауд – толпа, фандинг – финансирование. Финансирование толпой. Мы не очень любим слово «толпа», когда много людей. Нам кажется, что толпа неуправляемая. Нет, ничего подобного. Просто в слове «краудфандинг» в России толпа еще не знает, зачем ей краудфандинг. Нужен ли краудфандинг мне? Нужен ли краудфандинг им? Нужен ли краудфандинг им? О чем книга? А самое главное, кто ее пишет, это я, Ирина Лиленко, и Девин Торп. Девин – эксперт в области краудфандинга с мировым именем. Здравствуйте, я Девин Торп, автор англоязычной книги «Краудфандинг во имя социального добра». Сегодня я говорю с вами из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, где я живу и работаю. Я счастлив видеть, что книга шагает по миру и уже дошла до России. Я горжусь тем, что работаю в соавторстве с Ириной Лиленко-Карелиной. Вместе мы создадим русскую версию книги. Ирина – блестящий писатель. Ее увлечение – потенциал краудфандинга как инструмента для созидания социального добра. Это и мое увлечение. Книга Девина вышла в Соединенных Штатах около года назад. Но просто перевести ее и издать в России, наверное, это не очень интересно. Ведь там только американский опыт, а уже есть хороший, интересный проект, а главное, успешный у нас. О чем наша книга? Она не только о краудфандинге в мире, в России, в США. Она прежде всего разбор полетов, разбор успешных российских и американских проектов. Зачем это нужно? Для того, чтобы вы получили готовые рецепты и пошаговые инструкции, как же вам делать ваш успешный проект. Мы все потенциальные авторы краудпроектов. И это проекты не только для тех, кто делает кино или пишет книги. Это и социальное предпринимательство, и, главное, малый бизнес. Вопрос, как правильно реализовывать проект, как правильно упаковывать идею. Мы начинаем наш проект в поддержку перевода, локализации и публикации книги, которая станет точкой опоры для российских предпринимателей. Книга называется «Краудфандинг. Точка опоры». Найдите свою точку опоры. Это важно.